так, значит, мы вот вышли на... Падает. Сейчас упадет. Да. Так, оп. Ну и так, значит, в двух словах подсуммируем, прошли около 18 километров. А тут сядь, тебя не видно. Давай. Ап, нормально, вот так вот, да. Ап, горы видно, тебя видно. Не так. Слово о том, как снимался этот. Пару слов о том. Пару слов о легенде про. Итак, мы вышли на солнечную сторону, здесь как бы затишье, ветер не такой сильный, то есть здесь он и отсутствует практически. Вот. Но там дуло, ой-ой-ой, очень холодно. Вот. Внизу под нами остался водопад Учансу, если там не обледенело, то мы покажем, откуда он падает. Вот именно эта высота. Кстати, выходит, находится на высоте 400 с лишним метров. Так, сейчас будет опять, да? В ущелье очень холодно, вот ледяной ветер, под ногами лед, поэтому как бы не такая не ахтишная тема именно в тени. Поэтому мы пройдем сегодня еще через одно ущелье, все-таки решили усложнить маршрут. Пойдем через Яузлар, спустимся вниз, вот, и возможно там, когда солнце поднимется, все-таки искупнемся, покажем. Стой. Поднимается ветер. А, это же надо же это все. Итак, хотелось бы придать привет. Привет. Миша, привет. Короче, хотелось бы передать приветы. Забыл кому. Нет, да, другому. Гостям все-таки не так здесь холодно. Я вот шапку снял, капюшонку снял. Потому что жарко. Потому что жарко. Не, реально холодно, но не на такой степени, как казалось. Вот. Сергею Макаренко привет. В общем, прекрасный день, прекрасная погода, прекрасные пейзажи. Люди, ходите в походы. Горы — это классно. Тихо ты. Итак, закончилось сегодняшнее путешествие. Значит, мы посетили водопад Учансу, прошли по Штангиевской тропе, которая на Ставрикая на утесе перешла в Боткинскую тропу. Всего этот маршрут занимает, если идти никуда не сворачивать, то есть это обычный нормальный маршрут для туриста. Ну, естественно, для тех, кто боится высоты, есть некоторые участки, где нужно быть осторожными, крайне осторожными. Вот. Но маршрут интересный, красивый. Вот так вот солнечный день перешел в облачность, как нам и обещали. Вот. Но за день мы накрутили, потому что поднимались к Учансу.
потом спускались к Кученцу, короче, со всех сторон нас окружают. Ну вот, вот и эти, там окружают, которых мы встретили там наверху, они чувствовались как-то по-другому. Хорошо, вообще вот такие. Опа. Итак, в заключение, мы сегодня прошли маршрут 16,5 километров. Смотрите дальше. Смотрите наш канал. Опа. Это я так ложу, понял? Чтобы не слышать форс-мажора очередного. Да. Финики, ну чтобы туда успеть, там наш водопад. Ну мы в принципе вообще все успеваем. Мы можем и до Лаврентии подняться. Сколько до Лаврентия получилось? Ну раздевайся, на ходу рассказывай. Я тебе стишок сейчас расскажу. Да, раздевайся, на ходу рассказывай. Жизнь несется по ухабам, то на двойку, то на пять. Нафиг мне красивой бабе за всю хрень переживать. Так вот, молодец. Это видео. Это что видео? Я не понимаю. Yep. Вот такой один. Что-то вижу, что не знаю. Короче, пока отвлекусь. Часто в комментариях меня спрашивают, где находится то или иное сооружение, там объект какой-то, там стены древние. Вот в частности, вот эти древние стены находятся где-то в лесу, в районе хребта Кизилташ. Ой, прошу прощения, Кизилкая. Вот. Точнее, я не могу сказать с координатами, я... Кофе? Не желаете ли? Понятно. Цель нашей сегодняшней. Надо не надо. Вот, водопады посмотреть. А что не надо? Все надо. Короче. Пускай знают, говорим правду. Ну ладно, короче, в общем так, цель сегодняшнего нашего путешествия — это попасть в ущелье Люка. Ну мы там смотрим, снегом что-то привалило. Посмотрим, как путь будет проходим или нет. Смотри, сидит и не убегает. Прикольный. В ущелье холодно, реально холодно. Мерзнут уши. Поймал.